Всем здрасте, вещает недоинструктор, который не знает ПДД, который не знает, что такое 12.5.1, и вообще, как он вообще может обучать? Мне это интересно, комментаторы, они кроме как 12.5.1 знают продолжение статей? Кто-нибудь из них читал вообще статьи? Ну ладно, ну что там недоинструктор какой-то, как там... который не может выучить, сука, другие слова, кроме как ущемленный. Ну, извините, если вы такой ущемленный и не знаете законов, то меня ущемляет ваша ущемленность. Сорян, ребята, те, кто давно за мной следят, я надеюсь, видели истории, видели посты, где я готовлю изменения конструкции транспортного средства. Ой, как же так? Многоуважаемый ник... с какими-то иероглифами. А что это такое? Как? Это что? Я поставил обвес и даже ленту и регистрирую ее в ГИБДД? Как такое вообще возможно? Сертификации нету. Это все либо это все подделка. А почему же люди другие ставят и узаканивают это? А почему же я не могу узаконить? Могу. Если это все сделать и потратить на это деньги. Ай-яй-яй. Ну, кто смотрел последние видеоролики, видел ли мое заявление, подписанное ГИБДД, на разрешение изменения конструкции транспортного средства, не только мотора и обвеса, но и дополнительного оборудования. А вы думаете, почему? Почему я выкладываю это все в сеть? Если я приеду в любой другой город, и мне скажут, о, 12.5.1, любимая статейка, ущемленных комментаторов, другой статьи просто не знают в жизни. А я такой, вопросов нету. Возьмите документики, смотрите, здесь изменения и бамперов, и обвесов. Даже подсветка есть. Сейчас, конечно, будет, где ты взял сертификацию, где ты взял вот это. Но тебя ебет. Главное, что это есть в изменении конструкции транспортного средства и выданы соответствующие документы. Весь процесс я рассказывал, снимал ролик, записывал истории. Те, кто знает, следит. Документы отданы. Значит, сначала в организацию пошел, в ГАИ подписали. Из ГАИ опять занес в организацию. К ним заезжал буквально недавно. Они дополнительно сфотографировали, сняли видео моего автомобиля. Замер сделали выхлопа, да, то есть именно шумомером. И обратно отправили в Москву на дальнейшую сертификацию. Пока отказных никаких материалов не было. Ну и в ближайшее время у меня будет все узаконено. Даже эта блядская подсветка. Ну да ладно, не суть. Единственное, что обидно, я потеряю номера свои 887-190 регион. Вот, потому что регистрирую машину, буду у себя в регионе, и мне будут выдавать по месту прописки свои местные номера. Но было бы очень неожиданно, если бы номера попали бы 013. Я был бы очень счастлив. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Всем спасибо за внимание. Ущемленному приветик. Всем остальным добра, счастья, понимания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Извиняюсь, что вертикальное видео. Я думал, оно будет минутное, а не 4, сука, минутное. Всем пока. Да, это колонка.